Я хочу показать песню на стихи Юли Эдуардовны. Не желаете? Дверь поздняя, сами понимаете. Написано мной когда-то к спектаклю по пьесе французского драматурга Жака Дамиака. Каким-то образом так соотносится с тем сегодняшним концертом. Вот такая история из французской жизни. Мимо храмов, ресторанов и аптек, ничего не жаль, какого черта жалость, ни к чему не тянет, ни к добру, ни к злу. А любовь твоя упала и распалась, лишь осколки, как от рюмки на полу, не встречая то, что вышло. Шляпу приподняв, мадам, то ли с холодом, а то ли так от хмары, кто еще тебя пригреет, старина? Наконец себе закажешь в дымном баре пиво желтого или красного вина. Тем мрака, одинокий и озябший.